прошло заседание, какая ситуация на самом деле? Ну, я могу еще раз повторить то же самое, что и предыдущее судебное заседание. У нас очередной УЦИРК. Были заслужены два свидетеля со стороны обвинения. Но очередное бесполезное судебное заседание, которое еще раз подтверждает нашу невиновность. Дело в том, что первый свидетель из правоохранительных органов муниципия Бельцы. Мы полтора часа слушали, как когда-то в 2021 году были рекламные щиты повреждены и кем они были повреждены. Но суть показаний данного свидетеля просто никчемная. Никакого отношения к моему делу и к делу Светланы Папан не имеет. То есть очередные свидетели, которые не знают ни меня, ни мою коллегу. Ну, пустая трата времени. Второй свидетель по какому-то делу проходил в качестве подозреваемого. Вот опять же, более часа мы слушали какие-то его действия, отношения к партии. То есть опять же, ни меня, ни мою коллегу он не знает. И часто вот эти все судебные заседания доказывают и показывают то, что побыстрее бы, чтобы было вынесено решение. И, конечно, мы знаем, почему Казань это решение должно будет выноситься, но и по лицу судьи видно, что действительно это дело рассыпается с каждым очередным судебным заседанием, потому что невиновность наша, она очевидна. И хотела бы, конечно, отметить, как бы не хотели бы некоторые министры, схемщики или деятели, которые из-за их действий газ у нас в разы дороже, и не пытались ввести в заблуждение наших белорусских примарей о том, что якобы Евгению Гуцулу снимут по решению суда. Но я могу показать и доказать, и пусть они тоже присутствуют на очередных судебных заседаниях, что действительно здравомыслящий, компетентный судья не вынесет никакого обвинительного приговора, потому что нету никакого уголовного будущего этого дела. Мы не виновны, мы просто сидим на этой скамье подсудимых, потому что я в качестве моего статуса башка на Гадаузе, а Светлана Папан, она просто ее, мне так скажем, да, за компанию просто, она очутилась здесь. И, конечно, очень жалит то, что некоторые деятели участвуют в этих провокационных судебных заседаниях и, конечно же, доносят неправильную информацию до жителей Гагаузской автономии. Я уверена, что судья примет правильное законное решение, потому что еще капелька доверия и надежда на то, что действительно у нас остались порядочные судьи, и надежда на то, что действительно данная судья примет правильное решение и нас оправдают. Конечно, следующее судебное заседание у нас будет в эту пятницу. Очень жаль, что есть некоторые деятели других партий, оппозиционных партий, которые также обвиняются в незаконном финансировании партии, но мы почему-то за год ни разу не услышали, что у них есть судебное заседание. А я в качестве башкана как минимум два раза в неделю нахожусь в этом здании. Поэтому, наверное, совсем скоро, после выборов, я уверена, что будет, когда новый, адекватный, компетентный, умный президент, то вот это издевательство над оппозицией не прекратится. Поэтому спасибо вам за поддержку. Мне просто действительно эмоций. Три часа провести в таком помещении и без вины — это всегда очень стрессовая ситуация. И, конечно же, я и переживаю. Переживаю больше всего за то, что переживает моя семья. Потому что каждый раз это стресс, это переживание за свою дочь, супругу и за маму. Thank you.
спасибо вам за поддержку. Всего хорошего. Спасибо. Хорошего дня.